Привет, фаномасы! Сегодня морозно на улице. Что-то я не подрассчитал с погодой. Оделся, он, видите, в шортики. И не взял перчатки, о чем пожалел. Потому что погода сегодня была морозная. Я раскочегарился только на половине дистанции. Приходилось вот так вот бежать, закутавшись. Так что руки подмерзали. Солнце сначала выглядывало, потом решило, устало светить, перестало светить. И стало еще морознее. Вот, но в целом ничего, такая пробежка. Я сегодня бегал без ускорений, чисто на расслабоне, потому что, ну, у меня все-таки вчера была температура, я еще не знал, бежать мне сегодня или не бежать, но, в общем, захотелось побегать, и, в принципе, нормально, не пожалел. Увидел надпись на дорожке, что бег – это антивирус. И, в принципе, я с ней согласен. Бег укрепляет иммунитет, а сейчас еще обольюсь двумя ведерками воды, как приду домой. Вообще будет хорошо. Сейчас еще зайду в магаз, куплю апельсинов и всего прочего. Вот такие дела. Бегали еще два юноши передо мной, но они, наверное, интервалами бегали. То есть они бегут, потом останавливаются, потом опять бегут. Вот я их обогнал, они вообще где-то отстали. Ну, то есть со своим равномерным темпом я их обогнал. Один из них тащил бутылочку воды с собой. Вода это, конечно, хорошо, ближе к лету я тоже буду, наверное, с собой воду таскать, когда у меня будет не куртка, а пояс беговой. Ну все, всем физкульт-привет, испущено. Бег – это антивирус, помните, друзья мои.